Резюме впечатляет. Превосходные навыки. Вы перевезли много предметов искусства. Это наша работа. Дэниел Стрэттон, вам поручено охранять саму душу Китая. Она прекрасна, не правда ли? Они хотят, чтобы вазу стоимостью 36 миллионов перевезли в Лондон. Да. Да! Мы едем в Лондон! Проверка связи. Мак, канал первый, Дэнни второй. Джей-Джей на третьем. День-день. Как мы выглядим? Полный порядок. Мак! Мистер Стрэттон, когда я чего-то хочу, я всегда это получаю. Дэнни. Пойми, не все и не всегда бывает по-твоему. Это шанс восстановить нашу репутацию. Вы в деле? Всегда. Ладно. Я за. Я пас. Давайте как в старые добрые времена. Мак, никто не умирает и не теряет конечности. Так он еще жив? Почти. Как мы пройдем через охрану? Умно. Он очень упрямый. Как жаль. Нам до нее не добраться. Нет. Уже добрались. Что случилось? Ничего. На нас напали.